Сейчас мы находимся в деревне Крючково, где находится один из неблагополучных участков дорог, и местный житель Вадим готов поделиться своими впечатлениями о непростой жизни здесь. Основная проблема, которую сейчас имеет смысл озвучить, это путь от населенного пункта Крючково к ближайшим магазинам. У этой дороги отсутствует как таковая обочина, то есть ближайшие заборы, они идут вплотную к дорожному полотну. Если ты ночью идешь в магазин или просто хочешь переместиться по населенному пункту, получается так, что ты идешь по дороге. Каждую неделю достаточно серьезное ДТП происходит. Отсутствие пешеходной зоны далеко не единственное явление на истринских трассах, подвергающее опасности здоровью и жизни людей. Еще одна глобальная проблема – это отсутствие освещения. Сейчас мы находимся недалеко от деревни Андреевская. Освещение здесь отсутствует на достаточно протяженном участке дороги, в том числе и на пешеходном переходе. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, увидит только знак, но что находится на линии разметки, останется загадкой. Еще один неосвещенный пешеходный переход можно наблюдать здесь, недалеко от поселка Пионерский, рядом с остановкой санаторий Истра. Такую же картину можно наблюдать еще как минимум в трех местах Истринского района. Учитывая ситуацию с освещением и отсутствием пешеходных зон на наших дорогах, логично предположить, что пешеходы должны предпринимать все, что только возможно, лишь бы как-то обозначить себя в темноте. По правилам дорожного движения, пешеходы, передвигаясь вне населенных пунктов, даже обязаны носить светоотражающие элементы. За игнорирование этих правил взимается штраф. Однако ни потеря в деньгах, ни риск собственной жизнью не заставляют участников дорожного движения задуматься о приобретении светоотражателей. Полицейские проезжают, штрафуют за это. Если вот так идем, без фонарика, без телефона и без куртки. Со светоотражающими элементами. Да. А почему вы тогда проигнорировали и снова не пользуетесь средствами безопасности собственными? Рискуете? По словам сотрудников магазинов, приобретают светоотражатели без особой охоты. В основном данный вид товара пользуется спросом у детей, что неудивительно, учитывая огромный ассортимент дизайнов, рассчитанный на детскую аудиторию. Но и взрослых производителей светоотражателей вниманием не обделили. Существуют различные виды светоотражающих элементов. Вот сегодня я для примера принесла такой светоотражающий браслет. Стикер, который клеится на одежду ребенка, допустим, на портфель, на мешок для обуви и так далее. Особенно вне населенных пунктов мы рекомендуем все-таки использовать не такие светоотражающие элементы, хотя они тоже очень безопасные, эффективные, но вот, например, уже и светоотражающий жилет. Тогда вы можете себе гарантировать то, что вас водитель наверняка заметит. Всего за 11 месяцев 2016 года на территории обслуживания отдела ГИБДД по Истринскому району произошло 36 наездов на пешеходов. Из них 12 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине пешеходов. По состоянию на сегодняшний день в темное время суток произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Хотелось бы отметить, что во всех происшествиях пешеходы были, к сожалению, без светоотражающих элементов.